А вот теперь я вам покажу двор, где я живу днем, а не ночью, как в прошлый раз. Так, вот это соседний дом. Там еще дома. А вот дом, где живу именно я. Вот сейчас я вам покажу поближе подъезд и окно. Вот это вот подъезд и окно. Это где я живу, еще одно окно, окошко рядом, небольшой балкончик. Это тоже мое, там кухня. Балкон, там дальше кухня. Кстати, сейчас на улице собирается гроза. Вот, темное небо. Ну, пока можно просто погулять, пока еще не грозит, пока дождь не начался. Ну, там тоже дома. Кстати, вот сейчас слышно гром. Очень страшно. Раньше я его боялась, сейчас нет. Вот, это будущие цветочки. Они тут желтенькие, очень красивые. Бузина. Это каштаны. Очень красивые. Вот, сейчас я вам покажу почти полную длину. Ну, там тут люди. Ну, пойдем в двор. Ну, это, конечно, не мой был подъезд. Сейчас я вам покажу свое окно, свою комнату. Фу. Вот. Крыжовник. Еще крыжовника. Тогда тоже. Яблоня. Не знаю, что значит его. Не знаю, это красный или черный. А вот та-дам! Вот это вот мое окно. Сейчас я вам попробую показать. Я знаю, что это. Так. Что он упал там? За хлеб письмо. У него выкинуло. Птичкам покрошила. Вот там соседнюю. А теперь я вам показываю типа задний двор. Вот опять гремит гром. Вот дождя еще нету. А, прикольное окошко. Папоротник, который не цветет. Детская площадка. Вот это вот круг, это типа песочница. Ну, вот такой вот. Горка, домик, качели разные. А это вот я. Там. Ну, тут балкон всякие разные.
Там видно на дому заход солнца. Вот опять гром гремит. Да-да-да. Но мне не страшно, я не боюсь этого. Вот какой красивый белый гладиолус. Ой, фу. Рупион. Белого там видно. Нет, дождика еще нет. Но все равно какой-то странный шум деревьев. Вот это не знаю, что цветок. Вот красивые маленькие цветочки. Сейчас вам покажу. Очень красиво. Это папоротник. Та-дам! Колокольчики и васильки. Вот это колокольчик, а вот там васильки. А вот там кот. Молодец, Вася. Вот еще колокольчики. Вот соседний дом. Еще покажу вам красивые цветочки сейчас. Да, что-то я много слишком цветочков показываю. Конечно, они не очень, но на самом деле они такого малинового цвета. Цвет там просто не прорвется на фотоаппарате. Сам покажу, что я не понимаю васильки. Это там фиолетовые васильки, блин. Это мой, мои ноги. Спасибо всем, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики обязательно вверх. И продолжайте смотреть мои видео. Да, кстати, это видео появится в интернете 8 июня. Осталось дать совсем немного. Ну, я вам еще покажу немножко свой двор. Ну и, наверное, на этом будет логично закончить нашу видеоэкскурсию по дневному двору, где я живу. Вот мой подъезд. Вот еще раз вам его показываю. Вот. Вот сейчас я вам покажу нашу выписку. Все, киса, киса, киса. И на этом все. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на мой канал.
До свидания, всем пока-пока. Да, кстати, простите, что сейчас у меня немножко дрожала рука, чтобы у меня было нормально видно. Мне просто так неудобно держать. Ну да, посмотрите немного на меня. Да, обещаю, что все видео будут выложены 8 числа, и вы обязательно все увидите. Самое интересное только у меня видео. Спасибо, спасибо, всем пока. Подписывайтесь и не забывайте ставить пальчики вверх. Всем пока.